Меня зовут Александр Зинченков. Я работаю в общественной организации правозащитный ЛГБТ-центр «Наш мир». Наша организация существует с 1998 года. Мы занимаемся в основном мониторингом и оказанием правовой помощи представителям ЛГБТ-сообщества в Украине. А также занимались в разное время информационной работой среди ЛГБТ-сообщества, а также профилактикой ВИЧ-СПИДа. Дело в том, что отстаивание своих, любые шаги по отстаиванию своих прав на официальном уровне связаны с определенной степенью открытости пострадавших, а подавляющее большинство из них не желает быть открытыми и, допустим, получив попав в какую-то неприятную ситуацию один раз, они не желают попадать в аналогичные ситуации больше, потому что боятся общаться с органами правопорядка, с милицией, со средствами массовой информации, потому что информация об их ориентации может стать известна их близким, семье, что повлечет новые проблемы. Поэтому мотивировать людей отстаивать свои права является для нас, ну, к сожалению, основной проблемой. Более того, очень сложно мотивировать людей не только отстаивать свои права, но даже сообщать о нарушениях, потому что многие из них закрыты, особенно в регионах, мелких городах и сельской местности. И даже общественным организациям своих же ЛГБТ-товарищей они не желают сообщать о нарушениях. О таких нарушениях мы узнаем через третьих лиц, через их знакомых и пытаемся как-то выяснить информацию более подробно. Это довольно кропотливая и сложная работа. С момента независимости Украины, когда она ее получила в 1991 году, Украина первая среди республик бывшего Советского Союза отменила уголовное преследование за добровольные гомосексуальные отношения между мужчинами. В то же время Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из перечня заболеваний, психических заболеваний. И казалось бы, что вот эти две предпосылки дают определенный толчок к развитию гей-сообщества в Украине. Однако все оказалось не совсем так радужно, как казалось на первый взгляд. Украинцы получили независимость не снизу, не завоевав эту независимость, а получили ее сверху, как разделение большого государства. Точно так же и ЛГБТ не знали, что им делать с этой свободой. Поэтому они жили так же, как и раньше, они знакомились, там встречались, но ни в коей мере это не выносилось на общественное обсуждение. Первые ЛГБТ-организации в Украине появились только в середине, во второй половине 90-х годов прошлого века. Разумеется, они занялись самыми насущными для них на тот момент проблемами. Это организация досуга, встреч, потом появилась борьба с ВИЧ-СПИДом. К сожалению, борьба за свои права возникла как направление работы общественных организаций лишь где-то в начале этого века и сформировалась более-менее определенное направление лишь году 2005. К тому же времени, к середине нулевых годов, появились различные гомофобные организации. Мне сложно сказать, откуда они возникали и какова была идея, но, скорее всего, на фоне постоянно проходящих в Украине выборов политической борьбы, которая к этому периоду стала довольно острой, тема ЛГБТ как бы заняла определенную нишу на политическом фоне. Практически все политические силы использовали ее как страшилку для борьбы за голоса своего электората. В результате появились более или менее сформированные гомофобные силы,
как в виде общественных организаций, так и различных праворадикальных полулегальных движений националистического толка. К сожалению, не только политики разыгрывали вот эту гомофобную карту. С момента падения Советского Союза и ведущей роли коммунистической партии ее место заняла церковь. И для того, чтобы поднять, опять же, с этой же целью, для того, чтобы поднять популярность среди своих прихожан и привлечь еще большее количество на свою сторону, они использовали вот эту гомофобную риторику, благо она была подкреплена различными догмами из Библии. И, безусловно, это тоже оказало очень большое влияние на общество. Однако все было бы как бы под контролем, если бы само государство не самоустранилось от решения вот этих проблем, начиная с момента независимости и до сегодняшнего дня, ни один из государственных деятелей не предпринял абсолютно никаких попыток для урегулирования ситуации вокруг ЛГБТ. И таким образом все вот эти факторы, сведенные вместе, повлияли на то, что ЛГБТ в Украине оказались каким-то монстром для общества. По сути, ни одна из социальных групп, малозащищенных, уязвимых к дискриминации, не испытывает на себе такого негативного отношения со стороны общества, как ЛГБТ. И вот, собственно, на этом фоне наступили события новейшей истории, я имею в виду Евромайдан и постреволюционные события. ЛГБТ, часть которых активно принимала участие в революционных событиях, решили не выходить на Евромайдан с ЛГБТ-лозунгами, с радужными флагами, с тем, чтобы не компрометировать основные силы перед консервативными, основные революционные силы перед консервативными. Более того, мы всячески старались препятствовать различным провокациям в отношении ЛГБТ-сообщества, которые устраивались пророссийскими силами. Например, в январе 2014 года, в самый разгар революционных событий, определенные политические силы решили снова разыграть вот эту ЛГБТ-карту и хотели устроить такой себе гей-прайд в Киеве, прямо возле Майдана, где проходили эти революционные события. Они наняли людей, которые изображали из себя гей-сообщество и пытались спровоцировать столкновение тогда. К счастью, им тогда это не удалось. Мы препятствовали этому, как, собственно, физически, стоя с плакатами и разоблачая провокаторов, так и на пресс-конференциях, которые мы давали по этому поводу, и говорили, кто это делает и для чего. Таким образом, провокации тогда не удались. Однако, с другой стороны, это теперь выходит нам боком, потому что праворадикальные силы теперь обвиняют ЛГБТ в том, что они не присутствовали на Майдане, в том, что они не идут защищать Украину в зоне антитеррористической операции. То есть это оказалось, собственно, палка о двух концах. Еще бы я хотел отметить, что вот эти все революционные события и события на востоке страны, которые сейчас проходят, вызвали в обществе рост насилия и экстремизма. Участились случаи физического насилия в отношении ЛГБТ. То есть ЛГБТ опять стали тем объектом, на котором общество срывает свою злость. Это произошло, начиная с поджога кинотеатра в конце прошлого года, когда там демонстрировался ЛГБТ-фильм. Это произошло при нападении на марш равенства, несмотря на его охрану милиции. Это происходит в отношении индивидуальных геев,
когда их убивают, калечат только потому, что они геи, в самых различных городах Украины. Я думаю, было бы очень важно работать с обществом в целом, проводить различные информационные, образовательные кампании, воспитывающие толерантность и терпимость. Кроме этого, важно, чтобы сами геи и лесбиянки становились более открытыми, хотя бы на базовом уровне, на бытовом, там, где они общаются со своими друзьями, родными, чтобы люди, которые их окружают, видели, что это обычные, самые обычные граждане, самые их братья, сестры, я не знаю, сокурсники или сотрудники по работе, что они никакие не монстры с перьями, как их изображают в газетах или на экранах, а самые обычные люди. И вот это, пожалуй, один из самых сложных этапов – не заставить, а убедить геев и лесбиянок стать более открытыми. С одной стороны, это рациональный страх, потому что такие примеры есть. Когда детей выгоняют из дому, дети, которые не исполнилось даже еще 18 лет, только потому, что родители узнают, что они геи. Их могут уволить с работы или не принять на работу, а скорее всего создать такую атмосферу в трудовом коллективе, что человек сам просто уходит, потому что он не может там больше работать в этой атмосфере. Однако таких случаев, на мой взгляд, все-таки меньше, чем случаев, когда о людях узнают, что они геи, и при этом принимают их. Я думаю, что у более молодого поколения более простое отношение к этим вопросам. У них нет каких-то стереотипов, которые давят на них. Они воспитывались в относительно свободном обществе, с относительно свободными взглядами, с относительно свободной прессой. Я уверен, что вот этот бэкграунд будет служить хорошей основой для того, чтобы воспринимать и делать мир такими, как они его видят. И, безусловно, это будет прогресс.